Ежедневно мы пристально следим за ситуацией на Ближнем Востоке. Из Иерусалима пришли сведения о том, что ракетные обстрелы израильской территории и авианалеты ВВС Израиля на сектор Газа продолжаются. На этом фоне Египет не прекращает оказывать давление на Израиль и Хамас с целью добиться перемирия. Палестинские источники утверждают, что в понедельник в секторе Газа в результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 человек. Израиль нанес авиаудары по целям в Газе, в том числе по двум мечетям. Однако, как утверждает Цахал, использовалось для хранения оружия и боеприпасов, в другой собирались боевики. Жители Газы получили предупреждение по мобильным и стационарным телефонам о том, что израильская армия ударит по домам, которые палестинские боевики используют для запуска ракет по территории еврейского государства. В свою очередь, из сектора Газа по югу Израиля только в понедельник было выпущено более 100 ракет. А сегодня утром в Ашкелоне одна ракета все же попала в жилое здание. К счастью, люди, живущие в этой квартире, вовремя успели укрыться в бомбоубежище. Однако помощь медиков потребовалась десяткам людей. Около 30 человек оказались в шоковом состоянии от близкого разрыва ракеты. Остальные легко пострадали от осколков стекла.